Берегите себя от разлук, не спешите терять друзей. Если чуждо вам все вокруг, словно дерево без корней, позвоните тому, кто люб, напишите ему письмо. Не специально, а просто вдруг подарите ему тепло. Очень просто сказать: «Я здесь, не оставил, не предал». Крайне важно, чтоб где-то был тот, кто верил в тебя и ждал. Тот, кто руку свою подаст в самых сложных частях пути. Тот, кто все за тебя отдаст, помогая вперед идти. Берегите таких людей, крепко стойте за них горой. Все проходит, но верный друг остается всегда с тобой.